В Миассе полицейские задержали трех подозрительных парней. При обыске в их девятке под сиденьем водителя нашли сверток с порошком. Полицейские блокировали машину предполагаемых наркоторговцев в частном секторе. А потом парням устроили досмотр. И не зря. Водитель сразу стал оправдываться. Откуда, пояснить можете? Не моя машина. Не ваша машина, вы управляли автомобилем. Вы водитель, правильно? За парнем и его двумя приятелями оперативники следили давно. Компанию подозревают в наркоперевозке и торговле запрещенными веществами. Теперь задержанных допрашивают.